информацию своим друзьям, знакомым, подружкам. И вот как результат, большое количество семей, они присоединились к здоровому образу жизни. Здесь вы видите огромное количество счастливых малышей, это совсем маленькая часть тех деток, которые уже на сегодняшний день, они не боятся ходить в садик, не боятся зимой выйти на улицу, там, если где-то шапочка отошла от ушек, потому что это действительно здоровые детки. И второе чудо, которое подарил мне Международный коралловый клуб, вы знаете, я изначально не пришла сюда на бизнес, я не пришла работать, я пришла помогать вот своей семье. Потом я, не осознавая, начала делиться информацией, помогла вот этим замечательным мамочкам, деткам. Но потрясающе, вы знаете, что произошло? Компания «Международный коралловый клуб» подарила мне еще огромную возможность. Впервые я получила возможность путешествовать, потому что я еще получила те вознаграждения, которые дарит компания тем людям, которые неравнодушны к окружающим, неравнодушны к тем, кто сегодня в поиске здорового образа жизни. И, в общем, за последние 2-3 года я побывала дважды за границей за заработанные деньги в компании. Я смогла с теми мамочками, которые присоединились ко мне, посетить мероприятия и события в компании, которые позволили иметь еще больше знаний и открыли еще больше возможностей помочь другим людям и своей семье. И так как у нас сегодня тема – это здоровье детей в разные периоды развития, сейчас я поделюсь тем, что, в общем-то, прошло через мою семью, прошло через семьи вот всех этих мамочек. 12 причин, от которых зависит здоровье детей. Большинство из коралловцев уже часто слышали, я буквально кратко остановлюсь на каждой причине для тех, кто сегодня впервые вообще на таком вебинаре. Хотелось бы обозначить, чтобы те люди, которые сегодня вообще впервые слушают вебинар по здоровью детей. Вот, 12 причин, от которых зависит здоровье детей. Первая причина – это психология. Вот сегодня во всяком случае, на сегодняшний день большинство людей понимают, что негативные установки, стрессы, они являются пусковым механизмом для многих заболеваний. И в том числе они очень отражаются на здоровье детей. 22 года назад, когда я вышла замуж и была беременна первым ребенком, я тогда не понимала, вы знаете, все говорят, свекровь не любит невестку, да, или там первый год очень сложно. Но вот период моей беременности, ко мне так все бережно относились, и я потом задала вопрос свекрови, неужели вот так вы меня сразу с первого раза полюбили, что, в общем, во всем мне угождаете, всем не совсем соглашаетесь. Вот, и она сказала, что для нее очень важно мое спокойствие, потому что если я буду не нервничать во время беременности, то родится здоровый, спокойный ребенок. И вот я еще 22 года назад узнала о том, что, в общем-то, стрессы, они отражаются на здоровье детей. И особенно, когда рождается грудничок, вот насколько внутри утробы ему было комфортно у мамы, настолько он потом будет себя вести после рождения. Спасибо большое, что обозначились те, кто первый раз сегодня на вебинаре. Я очень рада. Возможно, вам это будет информация очень полезная. Следующее – это питание. Вот, знаете, вот пришло то время, когда, ну, кто застал 90-е годы, мы помним пустые полки магазинов, да, сегодня мы хотели много еды, вкусной еды, и пищевая промышленность нам это подарила. Супермаркеты просто забиты всевозможными продуктами. Но эта еда, к сожалению, не является полезной, и она не дает того строительного материала, который необходим для развития, формирования детского организма. Поэтому очень важно сегодня контролировать, что получает наш ребенок, и насколько полноценно и сбалансировано то питание, которое мы даем нашим деткам. Третье – это питьевой режим. Да, мы уже все знаем, что мы на 70%, детки на 90% состоят из воды. Это маленький аквариум с рыбками. Если в аквариуме мы не будем поддерживать чистую водичку, да, то что происходит?
рыбки начинают болеть. И капельницы рыбкам не помогут, если мы не поменяем, в общем-то, качество воды, в котором они находятся. Вот точно так и в организме каждого человека, независимо это маленький ребенок, подросток или взрослый человек. И очень важно понимать, что питьевой режим – это определенное количество, потому что наше здоровье – это вода на входе, вода на выходе. Именно вода вносит все полезное, именно вода растворяет, убирает все плохое. Следующее – это агрессия вирусов, бактерий, грибков, паразитов. Сегодня уже все врачи во всем мире договорились, что 90-80% диагнозов – это паразиты, да, которые конкурируют с нами за еду, за чистоту в нашем теле. Поэтому очень важно понимать это и периодически делать профилактику. Вот. И следующее – это медицина. Знаете, без вредных лекарств не бывает. Мы должны четко и конкретно понимать, что врачи важны, они нужны. Это как пожарные, которые приезжают и тушат пожар. И все медикаменты – это огнетушители. Да, пенные, порошковые, водные огнетушители. Но, к сожалению, после пожара, если, в общем-то, его потушили, жить в домике невозможно. И безвредных лекарств не бывает. Не бывает так, чтобы потушили пожар, зашел в дом и все хорошо. Вот точно так же и лекарства, все они приносят, наносят определенный вред любому организму. Что касается шестого пункта, травмы, да, то есть мы должны обучать детей, в общем-то, и предостерегать их от травм, потому что именно через травмы, особенно через открытые травмы, проникают в детский организм вот эти бактерии, вирусы, да, инфекции. Потом очень сложно с ней бороться, когда она попадает в кровь и током крови разносится по нашим органам. Наследственность, да, чтобы не было иллюзий. Вот часто говорят, вот ребеночек только родится, а почему он уже болеет? Чем богаты папа и мама, тем богатый ребенок. И дальше мы поговорим, как подготовить домик для ребенка, чтобы он родился здоровым. Очень важно это тоже понимать. Движение. Сегодня обездвижность детей, она, в общем-то, тормозит многие процессы развития, потому что без движения плохо циркулирует кровь, плохо циркулирует лимфа, происходят застойные явления. И очень часто, в общем-то, дети, они обездвижены, они начинают нарушения в развитии. Поэтому физическая активность очень важна, не только для детей. Что касается экологии, мы, конечно же, на нее повлиять не можем, на воздух, которым дышим, но мы можем на многие факторы, благодаря возможностям, которые подарила нам компания, в общем-то, создать условия или хотя бы предостеречь себя от экологических разрушений. Вредные привычки. Вот, знаете, тут не нужно быть в иллюзиях. Почему? Потому что дети, они все считывают. И когда мы говорим, это нельзя пить или нельзя есть, или нельзя делать, а сами делаем, они все это будут повторять, когда вырастут. Поэтому мы должны помнить, что дети, они как губки, они все время 24 часа в сутки за нами наблюдают. Биоэнергетика. Мы, как вода, все принимаем, любую информацию, любую установку. И, в общем-то, негативные установки, они являются пусковым механизмом к развитию многих заболеваний, к нарушению работы иммунитета. И последнее время. Вот об этом никогда, в общем-то, многие не задумываются, но, знаете, вот когда начинается сезон вирусов, бактерий, когда, да, при любой ситуации время, оно играет очень важную роль, потому что если мы успеем вовремя распознать проблему и нейтрализовать ее, то мы, в общем-то, уйдем от многих проблем, которые связаны со здоровьем наших детей. И теперь хочется поговорить более подробно о периодах развития ребенка. Потому что, знаете, вот как мы говорим, организм – это система органов, так и ребенок, он имеет периоды развития. И есть разные периоды, то есть это и подготовка к беременности. Домик нужно подготовить, и беременность. И есть грудничковый период, ползунковый период, дошкольный, школьный и подростковый. И я постараюсь сейчас коротко, так как у меня возраст детей разный, я застала, в общем-то, все периоды развития уже, да,
я поделюсь той информацией и теми наработками, которые уже есть в жизни моих детей и у детей моих друзей, знакомых и тех, которые присоединились к стилю жизни. Значит, здоровье малыша начинается с концепции здоровья. Да? То есть концепция здоровья – это система действий, которая позволяет простыми четырьмя шагами восстановить, сохранить и поддержать здоровье, которое позволяет вырасти здорового малыша, помочь ему развиться внутри нас. Это простая методика, и мы от нее и будем отталкиваться в адрес здоровья наших деток. Первый период – это подготовка к беременности. То есть мы все периоды идем по концепции здоровья. Это очень важно, потому что именно системные действия, они позволяют иметь качественный результат. Да? Если мы приходим к стоматологу с больным зубом, никто нам сразу не ложит пломбу. Да? Система действий. Сначала нужно убрать причину, устранить следствие, да? А потом уже поремонтировать больной зуб. Производство – то же самое. Много из нас водят машины, да, и тоже все водители во всем мире, они делают одни и те же движения. Если они делают наоборот, к сожалению, машина с места не сдвинется. Так само и здоровье наших детей начинается с концепции здоровья. Первое – это подготовка. Организм нужно напоить, защитить. Обязательно будущим мамам и папам нужно пройти противопаразитарную программу. Потому что сегодня уже не секрет, практически каждый человек является носителем двух, трех и больше видов паразитов. И это не только могут быть половозрелые особи, но это могут быть и вирусы, это могут быть и бактерии. Да? После этого желательно пройти программу Калавабу. То есть это волшебная программа, которая упакует все то, что мы насобирали за определенный отрезок времени. Да, это то, что позволяет, в общем-то, все мусорные пакеты вынести за 14 дней и, в общем, сделать генеральную уборку в организме. И очень важно накормить организм, подготовить дом для будущего ребенка, дать ему строительный материал, потому что детки, они из ничего не получаются, да, то есть любой домик строится из кирпичиков, да, и цемент, и песочек, и вода нужна. Поэтому очень важно здесь код клетки, да, вот код клетки уже многие из нас знают, что организм, он не берет отдельно витамины, отдельно минералы, он выстраивает все в цепочку, и именно это выстроенная цепочку аминокислоты с минералами, с витаминами, с ферментами, жирными кислотами, они могут создать вот тот строительный материал, который необходим для формирования будущего ребенка. Следующий период – это беременность. Для женщины это самый прекрасный период, да? Когда она готовится стать мамой. И самый трудный период, потому что вначале всегда идет перестройка организма. И часто мы замечаем, что когда женщина становится беременной, она меняется с настроением, у нее появляется и плаксивость, и большая чувствительность. Поэтому что нужно беременной женщине? Да? Обязательно нужна вода, потому что именно вода вносит в клетку витамины, микроэлементы, все полезное. И чай, компот, к сожалению, травяные отвары – это для нашей клетки еда. И если мы не будем соблюдать питьевой режим, то мы будем недоедать и недополучать строительный материал и не убирать в нашем аквариуме. Что касательно клеточного питания. Очень важно на первом триместре беременности употреблять фолиевую кислоту, потому что именно фолиевая кислота, она помогает гормональной перестройке организма беременной женщины. Именно фолиевая кислота помогает, она стимулирует дополнительный рост сосудов для плаценты, потому что ребенок получает питание через кровеносную систему мамы. Да, и очень важно витамины группы В, лецитин. Почему? Потому что именно на первом триместре беременности идет закладка центральной нервной системы ребенка, идет закладка всех органов, да, то есть это идет уже развитие психоэмоционального состояния ребенка. Дальше мы уже даем белок, да, это может быть и спирулина, и люцерна, шикарный продукт корал хлорела, который содержит белка больше, чем пшеница, да. В коралхлореле большое количество микроэлементов, и она выделяет огромное количество кислорода, в которой не живут патогенные бактерии. Поэтому это просто волшебный продукт, его можно есть всю беременность. Плюс еще
Хлорелла, она идентична молекуле гемоглобина, то есть это, представьте себе, еще и наполняемость клеток крови будет полноценной. А это значит, что ребенок будет на 100% получать клеточное питание и кислород. Кальций меджи, жевательный кальций, тоже это очень важно, потому что мы знаем, что часто беременные женщины жалуются, что во время беременности начинают портиться зубы, выпадать волосы, да, потому что строительный материал, если мы не додаем по клеточному питанию, организм все равно его начнет брать, только вопрос откуда, да, вот он начинает брать из организма мамы. Хочу обратить внимание, что кальций меджик, вообще продукты с кальцием, кальций, он усваивается только в ночное время. Гормон, который способствует усвоению кальция, вырабатывается с 12 до 2 часов ночи, поэтому его нужно принимать на ночь. То есть днем нет смысла, потому что он будет целый день находиться просто в организме. Поэтому кальций меджик и жевательный кальций потребляем на ночь. Наши коктейли, особенно вот кто ходит летом, когда жарко, кушать не хочется, то прохладный коктейль с coral шейком, с проволокном – это замечательное сбалансированное питание для мамы и для малыша. Дальше, следующий период. Вот малыш родился, грудничковый период. Знаете, сейчас просто какой-то геноцид. В роддоме говорят, что детям нельзя давать коралловую, вообще воду нельзя давать до 6 месяцев, что ребенок его получает достаточно с молоком. Но это неправда. Вы представьте себе, попробуйте попить 1 месяц молоко, и вы увидите, какие ощущения будет иметь ваш организм. Или помыть свои клеточки снаружи молоком. Это организму сколько нужно затратить энергии, чтобы из этого молока извлечь энергию. Поэтому с первых дней ребенку нужна вода. Он 9 месяцев находился в воде. Он на 90% состоит из воды. Представьте себе, вы его лишите сразу воды. И потом вот ребенок начинает плакать, кричать, и мы в панике не знаем, что с ребенком. Да? Потом попробуйте дать попить водички, и вы увидите, как ребенок успокоится и заснет. Я просто, знаете, вот так получилось в моей жизни, что у меня было несколько людей в организации, которые, ну, были трудности с беременностью, были трудности с вынашиваемостью, потому что неподготовленные пошли там в другие моменты. И они очень просили, я шла на роды с ними, да. И, в общем-то, скажу так, что детки, которые с первых дней начинали пить водичку коралловую, они абсолютно были спокойны. И я скажу, что проблем практически не было с животиком, потому что сразу нормализовался стул, потому что все быстренько очистилось, водичка помыла клеточки изнутри, все то, что ребенок во время прохождения родовых путей наглотался, представьте, это все в густом этом, в организме ребенка, да, то водичка это все промыла, и ребенок облегчение получил. Особенности. Вот эта адаптация кишечника, мы знаем, что до 3 месяцев у ребенка формируется пищеварительная система. Вообще формируется она к 12 годам, но особенности вот к 3 месяцам. Поэтому можно уже с первых дней давать ребенку корал пробиотик или перетертую биокурумбу. Немножечко там на кончике чайной ложечки добавлять в бутылочку с водой или в чашечку и чайной ложечкой поить. Вы увидите, как у ребенка сразу начнут формироваться стул, и у него не будет проблем с животиком. Часто очень встречается родовая желтушка. Все переживают. Из опыта скажу, потрясающие результаты. Вот буквально те мамочки, которые всю беременность были на концепции здоровья, которые уже испытали, получили результаты по продукту, не побоялись. С первых дней, когда по полкапсулки лецитина с водичкой давали ребенку, желтушка проходила буквально за месяц. За один день, за сутки. А те детки, которые просто на одном грудном молочке проводили в роддоме 5-7 дней под лампами и кололи им уколы, потому что был высокий билирубин. Вот не бойтесь, лецитин наш делает просто чудеса, и буквально на вторые-третьи сутки уже в общем-то, ребенка выписывают из роддома. Поэтому
Не бойтесь лецитин, волшебный продукт вот в этот период. Что касательно питания мамы, питьевой режим с первых дней, вот физическая еда, вот мы говорим часто такая рабочая крестьянская еда, это каши, это отварное мясо, это вот свои натуральные овощи, да, супчики, то есть обычная еда и клеточное питание. К сожалению, знаете, сегодня мы не можем с физической едой 100% восполнить клеточное питание, даже если у нас есть свой огород, даже если мы имеем, ну, потому что качественно питаться физически, это сейчас и не совсем дешево, да, и даже если мы имеем все эти возможности, все равно все эти овощи, фрукты, они проращиваются на земле, которая уже не имеет, и есть статистика, в общем-то, что в общем-то, сегодня очень маленький процент полезных веществ содержит вот эти все продукты питания физического. Поэтому нужно добавлять клеточное питание по коду клетки. Из практики скажу, что для улучшения лактации качества молока очень хорошо помогает люцерна. Буквально по 2-3 таблетки можно по 3 раза в день. Микрогидрин H500. H500 с теплым куралмайном на ночь, и вы утром проснетесь от того, что у вас очень много молока. И хочу еще тоже сказать такой момент. Гормон, который отвечает за лактацию целого дня, ну, всего дня, вырабатывается с 3 до 5 утра. То есть вот в этот промежуток обязательно должно быть на первом месяце кормление. Почему? Потому что если вы в этот период покормили, в общем, организм вырабатывает тогда большее количество молока. Очень часто говорят, что не надо детей ночью кормить, и у меня был плачевный тоже опыт. Мы ребенка фактически с 3 недель попытались отлучить от ночных кормлений. То есть он плакал, мы ему давали водичку, он буквально 2-3 дня и перестал плакать. То есть я его кормила где-то в 12 ночи и потом в 6 утра. И фактически грудное кормление с первым ребенком у меня закончилось уже в 3 месяца. Со вторым ребенком я уже не экспериментировала, потому что не было возможности. Уже свекровь уехала жить в село, и мы были сами, и, в общем-то, проще было покормить и спать вместе с ним, да. И я кормила ребенка до года, а уже вот третьего ребенка, я, учитывая все эти нюансы, я кормила больше 2 лет, и при том вот на этой фотографии это моя малышка в 3 месяца. Так что здесь все фотографии живых людей, это все люди, которые в нашей структуре, это те детки, которые, ну, в общем-то, здоровые детки нашей структуры. Поэтому теплый микрогидрин с куралмайном на ночь и люцерна в течение всего дня, это и достаточное количество воды, оно дает результат по количеству молока. Ну и качество еще добавляется, если усиленное клеточное питание. Что касается ползункового периода, знаете, самый такой период, когда дети начинают уже везде лазить, все брать в рот. И многие говорят, что, откуда глисты могут браться у маленького ребенка, если в доме, например, нет кошечек, нет собачек. Вы знаете, сейчас окружающая среда, экология, воздух, они содержат столько всевозможных микроорганизмов, и даже если у нас в доме нет кошек, собак, мы вышли с ребенком на улицу, он дышит воздухом, а рядом где-то под кустиком кто-то вывел свою собачку погулять или кошечку, это все испарилось, эти яйца в воздухе попадают вместе с кислородом к нам в организм, да, и если мы не будем, поддерживать нужную среду и не делать профилактику, то, к сожалению, уже, в годику могут появиться проблемы. И какие же проявления глистной инвазии? Это вот вы можете переписать, это аллергии, поносы, запоры, повышение температуры, скрежет зубами, слюнотечение, тяга к сладкому, плохой сон, плохой аппетит, слабый иммунитет. И вот те корочки, знаете, вот щечки розовые, здесь может быть 2 причины, да, либо что-то не то кушает мама, либо
кто-то попал в организм ребенка, да, потому что у деток очень выделительные системы, они формируются. И формируются они, в общем-то, до 12 лет. И кожа, она просто на себя берет удар. Она просто часто выводит все те токсины и плохие вещества, которые попадают в организм ребенка. Поэтому, если появляются такие проблемы, как корочка, кожа, да, покрасневшая, просто нужно ребенка хорошо отпоить, потому что вода, она универсальный растворитель, она растворяет все токсины, и она выводит. То есть это концентрированная вода с коралмайном, да, можно добавить ферментов пищеварительных, да, можно сделать слабенький чаек, немножко подсыпать фондетокса, он снимает хорошо интоксикацию. Наружно очень хорошо алоэ гель, исцеляющий бальзам. Поэтому очень важно, в общем-то, этот момент не упустить, не ждать, когда эта аллергия перейдет, и пересмотреть сразу питание. Я скажу так, что аллергия у меня у среднего сына, вот она появилась, да, но как мы знаем, что кожа, она обновляется 28 дней. Если вы вчера, позавчера ели что-то, ну, в общем, не совсем полезное, а потом один день не поели и ждете, что проблема уйдет, она не уйдет так быстро. То есть выходит она наружу быстро, а уходит, может, и 2-3 недели. Нужно будет хорошенько промыть, попить водички концентрированной. Главное – это питьевой режим. Профилактика глистной инвазии вот, рекомендуется один раз в 3 месяца. То есть 14 дней. Вот, и скажу из опыта, я, наблюдая за тем, как развивается моя малышка, я вижу, что все равно... каждый день невозможно проследить, чтобы она там что-то в рот не взяла, да, что-то немытое не съела, или там в песке она гуляет, друг друга обсыпают. И, что-то Виталий поменял, вот, и невозможно, вот, чтобы проследить за всем этим. И я очень благодарна девочкам из Запорожья, это Оля Подпорина, Юля Кукса, которые рассказали о том, что можно делать один раз в 7 дней, вот, каждый месяц. И тогда, в общем-то, можно не переживать, нет накопления. И вот в этом году я попробовала после фабрики в Запорожье, я перевела ребенка на 7-дневную паразитарку каждый месяц. И знаете, результат? У меня в этом году ребенок, при том, что ходил в садик, мы даже ни разу не было у нас ни насморка, ни кашля, то есть мы ни разу не отсутствовали в садике. Вот. И тут сразу вопрос противоглистное во время кормления грудью. Вопрос был такой, да, сразу по кормлению грудью. Ну, смотря какая ситуация, в принципе, я скажу, что я пришла в компанию, когда ребенку моему было 8 месяцев, и я кормила грудью. И я начала пить воду и коралл черный орех. То есть я делала профилактику себе, ребенку, и слава богу, ребенок здоровый, все хорошо. Вот, поэтому во время беременности, если это первый месяц беременности, можно, если дальше, то нежелательно, потому что, знаете, ну, паразиты, они еще полностью все равно не изучены, они сейчас очень, как вам сказать, мутируют, поэтому я бы рекомендовала просто усилить, более делать питье концентрированной воды и больше пить микрогидрина, то есть путем создания щелочной среды, если они сами покинут организм, а когда мы начинаем гнать, мы не знаем, куда оно погонит, да, то есть, чтобы не было потом каких-то отклонений у ребенка, вот если это первые 8 недель беременности, и мама с папой не успели подготовиться, то в принципе ничего страшного нет. А если уже середина беременности, последний период беременности, то все-таки я бы не делала паразитарку. Ну, а там надо смотреть на усмотрение. То есть лист черного ореха, он же не является только как паразитарка, он большое содержание витамина С, он делает
в общем-то, как для профилактики можно попробовать пропить. Был вопрос, что папам тоже надо готовиться, то есть подготовка к беременности, которая шла, она шла и для папы, и для мамы, это одинаково, потому что папа и мама, это, в общем-то, две клеточки соединяются в одну, и они обе несут информацию о качестве жизни. Вот, дальше, паразитарная программа, значит, у нас сейчас в компании очень много продуктов, вот, поэтому противопаразитарная программа, вот я просто написала такую, ну, как бы, стандартную программу для профилактическую, скажем так, бывают же ситуации разные, да, там, если есть сильный атопичный дерматит, там, чего-то больше, чего-то меньше, это просто профилактическая программа на разные периоды развития ребенка. То есть я не буду повторяться по всем периодам, то есть вот эту табличку можно будет просто переписать, да, и это не значит, что все эти продукты одновременно нужно давать. Их нужно чередовать, можно совмещать, например, трава номер 7 или с черного ореха, продавали там 2-3 месяца по 7 дней, да, пока закончились баночки, а потом взяли, например, парасайт, там, кора муравьиного дерева. Папайя нужна всегда, на всех этапах, да, а вот травяные формулы, их можно прочитать про них описание, да, то есть какие травки, все. Вот, и ну, тут на усмотрение родителей по состоянию здоровья ребенка. То есть я летом давала трава номер 7 и черный орех. В зимнее время появился парафайт, и я попробовала парафайт и кору каждые 7 дней с 1 по 7 число. Папайя у нас все время, потому что ребенок ходит в садик, и я не могу контролировать питание, поэтому ферменты я все время даю утром, даю, приходит с садика, даю вечером. В некоторых садиках соглашаются деткам давать. Ну, у нас такой садик, что не разрешают, поэтому я дала все утром дома и дала все вечером. Ну, и так, в принципе, коллоидное серебро тоже можно давать ложками, очень хорошо орошать, да, вот особенно в осенне-зимний период. Утром перед садиком побрыскали полость рта, закапали носик, да, и вечером ребенок перед сном тоже, то есть вы делаете профилактику уже, потому что носоглотка – это ворота входа, это местный иммунитет, через который, в общем-то, попадает к нам вся инфекция. Инфекция попадает сначала на слизистые носоглотки, и если иммунитет местный не сработал, тогда, значит, уже инфекция проникает вовнутрь, всасывается в кровь, и уже током крови разносится по организму, и уже когда попадает в кровь, срабатывает клеточный иммунитет, и вы сразу об этом узнаете, повышение температуры начинается. Сильвергель можно мазать в нос, вот вместо оксалиновой мази в советское время очень традиционно так было профилактика, да, то есть наш сильвергель, он еще лучше, потому что не печет абсолютно, ну, хорошо, то есть все получается, детки любят, и меня даже приходится прятать, потому что она мажет все сильвергелем, она может и нос помазать, и полость рта помазать, профилактика, говорит, что профилактика, да, очень хорошо деток с самого, вот когда уже начинают вылазить губки, приучить их чистить, наш микробрайт, он шикарный порошок, потому что он не только создает чистоту, но и еще создает среду, в которой эти вирусы, бактерии, которые попадают через носоглотку, они, в общем-то, некомфортно себя чувствуют. То есть это защита. И вот мы приучили малышку с самого маленького возраста, она чистит зубки микробрайтом, и даже потом, после того, как прополоскала рот, еще насыпает себе в рот, говорит, порошочек, чтобы зубки красивые были. То есть это тоже защищает вот от этих всех стоматитов, прыщичков, да, потому что все равно дети все тянут в рот. Поэтому как бы здесь уже не бойтесь. Наши продукты, они настолько шикарны, что дети даже сами выбирают. Вы знаете, даже исцеляющий бальзам, у меня, помню, ребенку было 9 месяцев, она могла себе вообще маску на все лицо делать, сидит слезы из глаз, и она такая довольна, ей это нравится. Да? То есть также и паразитарные травы. Я знаю очень много деток, которые чеснок, которые седьмую траву они жуют и
кору просто даже просят, у меня вот у подружки дочка, дай мне коры. Она ее высыпает в рот или с капсулы жует и получает огромное удовольствие. Дальше. Сейчас. Следующий слайд. Клеточное питание. Значит, дозировки я не стала указывать, потому что... Клеточное питание, да, дозировки я не стала указывать, потому что, ну, здесь... Чего мы перескакиваем? Сейчас, одну минутку. Значит, продукты настолько... Настолько у нас натуральные и безопасны, что все... Прошу прощения, что-то оно перескакивает у нас слайд. Сейчас мы попробуем отрегулировать. Это те продукты, которые любят наши детки. Это детские витамины, жевательный кальций, молозиво, батончики, корал хлорелла, биокурунга. Это вообще уникальный продукт, его можно давать с самого первых дней жизни. И, в общем-то, не бойтесь давать у детей, знаете, у них очень чувство инстинкта, у них так развит, они едят вот то, что им требуется. Бывает такое, что ребенок просит и сразу за день может съесть 10 биокурунги, да, а потом может несколько недель вообще не хотеть есть. Это как еда, это не лекарство, и мы должны это понимать, что это питание. Вот бывает же такое, когда мы хочем... Кушаем несколько яблок, а потом несколько дней мы не хотим яблоки есть. Вот точно так же и здесь. Питание, оно настолько подобрано нашей компанией, настолько сбалансировано, что здесь можно иметь возможность для людей, ну, как бы есть возможность для людей разного социального уровня, да, потому что и большие баночки надолго хватает, и, в принципе, разная ценовая политика, да, кто-то купит корохлореллу, кто-то купит хлородофилус, то есть на любой вкус, главное, что код клетки у каждого должен быть, что нам нужны каждый день аминокислоты, минералы, витамины, нам нужны ферменты и жирные кислоты, и дальше мы уже, в общем-то, это все комбинируем по ценовой политике и по составу продукта, потому что один продукт чистый, да, а в другом продукте есть и витамины, и минералы, да, то есть это, в общем-то, на усмотрение каждой любящей мамы и папы. Следующий период – это дошкольный период. Здесь я хочу уже поговорить о том, что одной паразитарной программы может быть недостаточно, потому что все-таки уже детки идут в садик, да, в садике они кушают разную еду, и еда, в общем-то, не всегда полезная для них, да, а организм так устроен, что он вырабатывает ферменты для расщепления 100% натуральных продуктов. И если это продукты не натуральные, то ферменты к ним не вырабатываются, это все прогоркает, бродит, гниет, и это все уже откладывается на стенках кишечника, да, и уже получается, в общем-то, тот колодец, из которого пьют клетки ребенка, да, он уже не совсем пригоден для питья. Поэтому после противопаразитарной программы хотя бы раз в полгода, раз в год, ну, в зависимости от образа жизни ребенка, от социального уровня родителей, да, нужно проходить очищение. То есть это программа LaxMax вместе с травой номер 2. То есть нужно ее проходить по, ну, постепенно, то есть не начинать с маленьких дозировок. То есть в зависимости от возраста начинать с одной капсулы первую неделю, вторую неделю по 1-2 раза в день LaxMax. Третью неделю 2 капсулы утром, 1 вечером, и четвертая неделя 2 утром, 2 вечером. То есть по нарастающей. Трава номер 2 может идти от половинки 2 раза в день до 1 целой таблеточки 2 раза в день, потому что LaxMax способствует очищению, трава номер 2 как идет детоксикационная, да?
И после этого дать клеточное питание. Так как дошкольный период, детки идут в садик, поэтому обратить внимание на то, что нужно укрепить центральную нервную систему, потому что ну, для многих деток расстаться с мамой, пойти в общем-то, в коллектив – это стресс. Поэтому перед садиком за месяц нужно ребенку помочь, подавать травку номер 5, лецитин, то есть дать белок, чтобы укрепить центральную нервную систему и сгладить тот стресс, который очень часто получают детки, когда идут в садик. Потому что ну, разные дети есть, разный характер, разные эмоции. А как мы уже говорили, что психология, она стоит на первом месте, и эмоциональный фон ребенка, его настроение. И очень важно его к этому подготовить, да, но поддержать не только психически, эмоционально, но еще и на клеточном уровне. Был вопрос, как избавиться от аденоидов, ребенок 5 лет. Хочу сразу сказать, что начинаем все так же, по концепции, противопаразитарная программа очищения. И тем деткам, у кого аденоиды, длительно до 3-5 месяцев нужно капать носик коллоидным серебром по одной капле, в зависимости от возраста, 1-2 капли в каждую ноздрю, и давать кору муравьиного дерева и ферменты. Только ферменты уже не по пайку, а или ассимилятор, или дигестейбл между едой как рассасывающая такая программка. Водичка, по чуть-чуть подсыпаем H500, значит, коллоидное серебро капаем в носик каждую ноздрю и брызгаем горлышко. Кора муравьиного дерева по 1-2 раза в день. И ферменты, это может быть дигестейбл, ассимилятор или пищеварительная формула по 1-2 раза в день, в зависимости от возраста ребенка. Следующий период – это школьный период. Школьный период, значит, точно как и дошкольный период перед школой, лучше всего это делать в августе месяце. В начале августа пройти неделька-две противопаразитарную программу, ну, одну недельку конец июля, сделать очищение Лаксмакс, и уже в сентябре месяце, когда детки идут в школу, дать им клеточное питание. Особенности клеточного питания для школьников. Точно так же, как и поход в садик 1 сентября для первоклашек, это стресс, потому что представьте себе ребенок, который ходил, гулял, прыгал, бегал, и вдруг ему нужно 40 минут сидеть на одном месте, да, и при всем этом нельзя разговаривать, нельзя вставать, нельзя гуляться, да, нужно сидеть и слушать, поэтому тоже подготавливаем ребенка к школе, даем траву номер 5, лецитин, можно коллоидное золото, да. В период, когда идет вот освоение новых программ, усилить питание, дать Coral Kelp, дать больше белка, дать кальций на ночь, потому что идет расход энергии большой, идет большой расход, в общем-то, строительного материала, да, вот, и поэтому усиленное клеточное питание нужно. В школу очень хорошо давать детям наши батончики. Скажу, что мои даже коктейль вот делают, с собой берут в сухом виде в бутылочку, так с водичкой разбавляют, и получают вот такое клеточное питание. Это гораздо лучше, чем какие-то булочки, печеньки, которые абсолютно бесполезны для наших деток. Power Min – это тоже очень хорошо, оно дает энергию. Под язычок вот взяли, когда чувствуешь, что устал, голова болит, высыпали, и, в общем-то, получают хороший результат. У меня средний сын, вот как раз, когда я пришла в компанию, когда он ходил уже в четвертый класс, да, в четвертый, в пятый класс пошел. И вот у нас был такой период, что он пришел в школу, после второго, третьего урока мне каждый день звонила учительница, у него то животик болит, то у него нет сил, голова болит.
то животик болит, то голова болит, да. И мы уже обследовались во всех врачей, все хорошо, а у ребенка нет сил, нет энергии, да. И вот когда в наш дом пришел коралловый клуб, и мы, в общем-то, уже были в отчаянии, потому что ну, не знали, что с ребенком, да, и так, в общем, получилось, что узнали о тестировании по капле крови, сделали ему гемосканирование. Вы знаете, я была в шоке, потому что в крови у ребенка абсолютно отсутствовала плазма, у него не было жидкости, да. И я думала, как он вообще ходить мог в школу, еще что-то учить и что-то знать. И когда мы в летнее время начали пить хорошо водичку, прошли программу паразитарную, прошли программу очищения и пришли 1 сентября в школу, на первом родительском собрании нас с мужем попросили остаться. Учительница говорит: что произошло с вашим ребенком? Я так уже испугалась, думаю, что случилось? Думаю, может, что-то он стал делать не то. Она говорит: вы знаете, он настолько изменился, я просто его помню все время лежащего на парте, он такой бессильный, у него все время нет энергии. Сейчас, она говорит, я не понимаю, он просто, ну как, знаете, со штанов выпрыгивает, он на каждом уроке тянет руку, у него, в общем, как будто, ну несколько батареек одновременно включено, да? Вот, и это была возможность рассказать о том, что случилось с ребенком. Мы просто начали вести другой образ жизни, мы стали жить по концепции здоровья. И это очень отразилось, и сегодня, в общем-то, мои дети хорошо заканчивают школу, потому что это и умственная, это и физическая активность, это и усвояемость. Многие дети, они плохо учатся не потому, что они бездарны, а потому что нехватка кислорода и питательных веществ, просто ну, нет сил для того, чтобы усвоить материал, нет энергии, да. И вот когда мы начинаем деток наших по концепции приучать жить с самого маленького возраста, вы увидите, что нет надобности в репетиторах, нет надобности в дополнительных занятиях, нет надобности сидеть с ребенком за уроком, потому что он прибегает, он быстро все сделал, и у него уже столько энергии, ему надо опять куда-то бежать. То есть вот это уже стиль жизни, который ребенок, в общем-то, значит, проблемы с пищеварением плохо переваривает поджелудочное. У деток поджелудочная железа формируется к 12 годам. Да, то есть до 12 лет она на полную мощность не работает. И если плохо она работает, то первое, с чего нужно начать, погонять хорошо паразитов. И поджелудочная, вообще все железы в организме, поджелудочная, щитовидная железа, ну все железы, они прежде всего реагируют на грязную среду. То есть они очень плохо переносят любую интоксикацию. Поэтому если мы создадим условия, начнем пить водичку, да, поменяем водичку в аквариуме, начнем, уберем тех квартирантов, которые могут ее раздражать и мешать жить, и добавим пищеварительные ферменты, и, конечно же, пересмотрим рацион физического питания, у вас эта проблема очень быстро закончится, очень быстро. Потому что сейчас это бич, у детей буквально 3-5 лет ацетон. То же самое, концентрированная вода, вот кто с ацетоном, не бойтесь, капельница с физраствором, это та же коралловая вода. То есть физраствор – это слабощелочная вода. Вот те мамы, которые не хотят поить ребенка правильной водой, их детям ставят капельницы. Разумные мамы, они начинают поить ребенка водой, и уже нет необходимости в капельницах. Поэтому задумайтесь. Капельница – это стресс, потому что медицинское учреждение, прокол вены – это стресс для ребенка, который опять же вызывает закисление и опять же повышается ацетон. То есть это получается замкнутый круг. Гораздо проще начать правильно пить водичку, да, давать ребенку воду, добавить ферменты, да, помочь поджелудочной железе начать работать, да, и пересмотреть физическое питание. Следующий период – это подростковый период. Значит, то же самое, питьевой режим, противопаразитарная программа. Детям уже с 13, ну, у нас говорят с 14, с 15, но у нас уже есть детки, которые в 13 лет сами попросили, прошли программу Коловада. Потрясающие результаты, да, впечатлений много у них. И я сейчас больше остановлюсь на особенностях клеточного питания для подростков, потому что очень часто такое бывает. Высокие родители,
а мальчик почему-то не растет, да, или проблемы у девочек. Значит, период мальчиков. У мальчиков есть зона роста костей. То есть у мальчиков, пока идет формирование гормонального фона, есть в костных тканях такие гелевые, как бы объяснить так, в общем-то, пространство, которое открыто для роста. И если в этот период дать строительный материал, противите, самый идеальный вариант, лецитин, кальций мэджик по 2-3 на ночь, да, дать витамины, то в принципе у детей, даже у низкорослых родителей вырастают высокорослые дети, потому что зона роста закрывается, основная зона роста закрывается 18 лет у мальчиков, когда заканчивается формирование гормонального фона, то есть тестостерон уже вырабатывается в полном объеме. Полностью закрывается зона роста у мальчиков 25 лет. Вот. И очень важно вот цинк давать, противите, лецитин. И вы увидите, как дети буквально, ну, за несколько месяцев, как грибы. Вот у меня сейчас средний сын, который как раз вот его период гормонального развития уже был, когда мы были в коралловом клубе. Он сейчас перегнал старшего сына. И он, ну, гораздо совсем другое тело у ребенка, да, потому что вот именно в этот период он получил 100% клеточное питание, которое явилась строительным материалом для вот такого развития. Что касательно девочек, у девочек формируется тоже гормональный фон. И очень часто, когда они начинают, в общем, менструировать, появляются вот эти все проблемы. Поэтому в этот период, когда это начинается у кого с 11, у кого с 12 лет, в первой половине цикла усиленно мы даем витамин А, витамин С, во второй половине цикла мы даем витамин Е. Обязательно даем фолиевую кислоту, потому что она способствует формированию гормонального фона. И если есть сильные проблемы, ну, болезненные менструации, то можно добавить траву номер 4. То есть вот эти вот периоды, она очень сильно облегчает, то есть уходят вот эти боли, то есть смягчает вот этот период гормонального формирования. Вот, и также у девочек период роста закрывается где-то к 22 годам, то есть, чтобы мы просто понимали, и в этот период мы могли проконтролировать, если мы видим, что наш ребенок значительно отстает в росте от сверстников, то не нужно сильно переживать, нужно просто добавить клеточное питание, сделать все правильно, и вы увидите, как за несколько месяцев ваш ребенок догонит и перегонит. Вот. И можно ли давать в этом возрасте ботукола и гинкобилоба? То есть если есть проблемы с сосудами, да, то есть вот головные боли, потому что очень часто бывает, что скелет опережает рост, а мышцы немножко тормозят, да, и вот в этот период идет нарушение микроциркуляции. В принципе, можно давать, но гинкобилоба это... Если дети нормально пьют воду, я вам скажу, и микрогидрин мы даем аж 500 все время, то таких проблем нет, чтобы это нужно было давать. Я скажу, что вот у меня ребенку 5 лет, она каждый день у меня пьет одну капсулу аж 500. И прекрасно себя чувствует во все периоды сезона, во все сезоны. Да? То есть летом у нас нет проблем с кишечником, зимой у нас нет проблем с бронхолегочными путями. Вот, это что касается подросткового периода. Если отстает в росте с 2-5 лет, ну там нужно точно посетить врача, то есть это были ли прививки, там есть просто разные нюансы. Потому что очень часто сейчас прививки, они бывают, что тормозят развитие ребенка, и что касательно прививок, то есть я не буду говорить, там, нужно их делать или не нужно, это выбор каждого родителя. Я скажу только одно, что если мы приняли решение не делать прививки, но это не значит, что мы ничего тогда не должны делать. Те родители, которые не делают своим детям прививки, они должны понимать, что их ребенок должен жить по концепции здоровья. Только в таких случаях вы можете спокойно спать, что вот эти все вирусы инфекции, они вашему ребенку не страшны. То есть, когда мы поддерживаем
нашу внутреннюю среду, наш иммунитет работает слаженно, и он сможет побороться с любой проблемой. А если мы отказываемся от прививок и ничего дальше не делаем, то есть мы не даем нормально воду, мы не делаем программу противопаразитарную, мы не даем достаточно клеточное питание и рассчитываем на качество жизни, то это очень опасно. Те родители, которые приняли решение делать прививки, значит, я скажу так, что по данным Всемирной организации здравоохранения рекомендовано тем, кто делает прививки, перед вакцинацией обязательно провести противопаразитарную программу. Это даже требование Минздрава, которое нас, к сожалению, никто никогда не предупреждал. Потому что если на фоне глистной инвазии мы сделали вакцинацию, то происходит сбой. Детки могут отставать в развитии, в росте, они могут часто болеть, это могут быть серьезные нарушения. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали это и выполняли. Да? То есть, если делаем прививки, значит, сначала сделали противопаразитарную программу, укрепили иммунитет. Да? Если не делаем прививки, мы живем по концепции, помогаем нашим детям поддерживать внутреннюю среду, в которой все работает слаженно. Вот. Следующее, о чем хотелось бы еще поговорить, это о аптечке. Что необходимо иметь дома каждой любящей маме и папе, да, то есть, чтобы было на все случаи жизни. Это упаковка Coralmine, то есть должен всегда быть НЗ-запас, да, то есть на все случаи. Это H500 или микрогидрин, кора муравьиного дерева, коллоидное серебро или сильвергель, исцеляющий бальзам или жир эму, фондетокс, ферменты. Хочу, в общем-то, практически дать совет. Вот, знаете, вот если мы живем по концепции, это не значит, что дети наши не болеют. Ребенок должен температурить до 4 раз в год. До 4 раз в год это нормально. Температура это говорит о том, что обновляется иммунитет, что он работает, что ребенок живой и здоровый, да? Но, как мы говорили, фактор времени, он играет огромную роль. Если при первых признаках простуды и при первом повышении температуры мы начнем интенсивно ребенка поить концентрированной водой, каждые 4 часа давать по 2 капсулы коры муравьиного дерева, H500, да, что-то из ферментов. И это делаем в течение суток-полтора, то есть пока температура не исчезнет. Обычно это держится сутки-полтора, ну, редко, когда двое суток. Но это даже ночью, потому что часто бывает, вы знаете, днем поим ребенка, потом ночью, слава богу, заснул, все хорошо, и мы с ним вместе спим. Так вот, вирусы, бактерии, они не спят. Когда мы спим, они размножаются. Поэтому каждые 4 часа в течение суток-полтора мы даем ребенку концентрированную водичку, сколько он может выпить, ну, то есть согласно возраста, веса, чуть больше на 100 грамм, да, и 2 коры H500, что-то из ферментов, ассимилятор или дигистейбл. Почему это важно? Потому что когда идет высокая температура, идет гибель вирусов, бактерий. Они умирают, да, и начинают разлагаться. И когда мы не убираем трупы с поля боя, они формируют слизь, которая потом опускается в лимфоузлы, которые являются канализацией в нашем организме, и потом начинает длительно течет из носа эта слизь, да, начинается обструктивный кашель, эта слизь, да, и если мы не допиваем воду, эта слизь загустевает, и тогда, значит, очень долго нужно бороться уже с последствиями. А если мы сразу в течение суток-полтора это все уберем, то я вам скажу, что насморк и кашель практически никогда не начинается. То есть трупы убраны, организм нечего формировать слизь, ребенок активный и здоровый. Поэтому ферменты, они помогают продукты распада вот этих трупиков убрать, то есть ассимилятор, дигистейбл, фондетокс, он помогает, или артишок, снять нагрузку, когда идет интоксикация, да. Почему говорят, вот страшно высокая температура? Она страшна не потому, что она высокая, а потому, что при высокой температуре, вот гибель идет интенсивно, все гибнет, вот патогенное, да, и если это не убрать, то вот это, представьте, интоксикация, вот эти трупы все пойдут во все органы, да, и это нагрузка огромная. Поэтому если мы будем сразу отпаивать ребенка концентрированной водой в большом количестве, то фактически, я скажу, ну, вот из опыта,
Вот ребенок, вот сколько я в коралловом клубе, мы не знаем, что такое кашель, фактически не было таких ситуаций, потому что сутки полтора мы перетемпературили, каждые 4 часа ночью будильник завожу, ребенок плачет, ну, не хочет, но это уже, понимаете, такое дело. Пожалейте сейчас его, чтобы он не плакал, потом 2 недели будете заниматься последствиями. Поэтому очень важно это все быстренько убирать. Так же самое, любая ранка, побрызгали, помазали, наши продукты, они уникальны, и во многих случаях они очень-очень быстро действующие. Значит, беременная не ест, тошнит, что пить? Значит, когда идет сильный токсикоз при беременности, это говорит о том, что идет интоксикация. Снять интоксикацию, вода, микрогидрин, пандетокс, хорошо тошноту снимает лецитин перед едой, и после еды можно чай с артишоком пить. Очень вот этот токсикоз убирает буквально, даже когда при сильном отравление, вот тошнота идет, не можете остановить работу, чтобы напоить ребенка. Дали 2-3 капсулы лецитина, выдавили, подождали минут 10, и потом можете поить, уже ребенок так рвать не будет. Вот, это то, что касается аптечки. А сейчас я покажу вам фотографии, которые мы устраиваем праздники. Вот это последний наш праздник. Мы, когда был День защиты детей, сделали праздник для наших детей, на котором мы, в общем-то, им рассказывали о продукте, давали его пробовать, мы играли, мы сделали им праздничный стол со здоровой еды. Это были фрукты, которые выросли у нас уже на огородах, да, это были блинчики, это были папайка, витаминки, то есть с маленького возраста мы не только обучаем родителей, как растить здорового ребенка, но мы и обучаем наших деток, как, используя концепцию здоровья, как, используя наши продукты, можно, в общем-то, расти здоровыми, веселыми, энергичными. У нас был конкурс, и многие детки уже, когда мы задавали вопрос, у Мишки заболело горлышко, чем будем лечить? Многие кричали наперебой, что нужно брызгать серебром. А если заболел животик? Все дружно кричали дать папайку. А если болит горлышко, да, все кричали, нужно, кто говорил, пить капу, кто пить кору. То есть дети уже в возрасте, вот здесь на фотографии вы видите, это возраст деток 4-5 лет, да, то есть и еще даже у нас там Полинка маленькая, ей 1 годик. То есть уже они знают о том, что нужно пить правильную полезную воду, они знают о том, что нужно здоровьем своим заниматься, что нужно кормить не только животик, но и кормить наши клеточки, да. И тогда вот вырастают вот такие здоровые, веселые деточки, да, они, в общем-то, играют, они шалят, они, у них много энергии, это, конечно, поток энергии, да, но это настолько радостно, когда большое количество детей могут находиться вместе, и после таких праздников ни у кого не начинаются проблемы ни с животиками, да, ни с сопельками. Это, в общем-то, то, ради чего стоит жить, это то, ради чего стоит этим заниматься, это то, что нужно нести людям, которые нас окружают. Вы представьте, если в каждой семье будут такие здоровые, активные, веселые малыши, то, в общем-то, это большая радость, да, когда они знают и умеют пользоваться продуктом. И вот в моей семье, в общем, так получилось, что когда я получила огромный результат и получила хорошее вознаграждение от компании за то, что я делюсь этой информацией, я начала уже развивать это как стиль жизни и в других городах. Очень часто я уезжаю. И знаете, у меня муж сначала переживал, как я там все могу ей дать. Я говорю, не переживай. Она потом звонит и говорит, ты знаешь, она говорит, я в шоке. Ребенок в 4 года приходит на кухню, она знает, что ей нужно выпить, сколько нужно этого всего перед тем, как идти в садик. И она мне другой раз звонит, мама, папа мне не хочет открыть баночки, чтобы я все выпила. А дедушка другой раз звонит, я не знаю, она открыла банки, всего наелась, ты ничего не случится. Я говорю, ну, живая, активная, да, это хорошо. То есть, когда уже дети в таком возрасте, они сами знают, что им нужно есть, что им нужно пить, и уже можно не переживать за их будущее. Поэтому я, в принципе, вот все, что хотела рассказать о этих всех периодах
рассказала, ну, понятно, что в час времени вместить все результаты, все наработки невозможно. Я думаю, что у каждого из нас есть события, мероприятия, и я с радостью отвечу на вопросы, если есть те, которых не ответили. Вот. И, в общем-то, будем прощаться. Я очень рада, что сегодня на нашей встрече 180 человек. Я очень благодарна, что вы меня все поддерживали, потому что это мой первый вебинар на, в общем-то, в эфире в таком международном формате. Поэтому надеюсь, что та информация, с которой я поделилась, она поможет вам забеременеть, родить, вырастить здоровых малышей. И я желаю всем огромного здоровья, огромных успехов. Несите это благо людям, потому что действительно коралловый клуб – это тот мир внутренний каждого человека, который позволяет делать этот мир красивым, здоровым, веселым. И представьте, если в нашем окружении будет огромное количество вот таких вот счастливых, здоровых малышей. А это наше будущее. А это наша счастливая старость. Хотя до старости нам еще ого-го сколько, потому что в коралловом клубе мы не стареем, а молодеем. У меня недавно была встреча, и женщина говорит: если вы мне покажете документ, что подтверждает, что вы уже, в общем-то, такая взрослая женщина, я буду с вами дальше говорить. И действительно, очень трудно определить возраст мамочек в коралловом клубе, потому что рядом с детьми мы тоже, в общем, заряжаемся тем потоком энергии, который они нам дарят за свое здоровое и счастливое детство. Спасибо всем, удачи, будьте здоровы и до встречи на форуме в Киеве. Удачи всем!